Добро пожаловать на третий день World Poker Tour National Kazakhstan. Хотя, к чему эти условности? Хватит играть в покер. Целыми днями, три дня подряд в Bombay Casino все столы играют. Как я хочу поиграть в мафию. Думаю, ну ладно, закончится турнир, сейчас соберу ребят, сыграем мафию. И знаете что? Турнир заканчивается, и все столы в Bombay Casino начинают играть кэш. Но даже если я не знаю, как убить мафию, я точно знаю, как на этой серии убить кэш. Делюсь с вами важной информацией. Если вы преодолеете себя и встанете из-за покерного стола, выйдете из турнирной зоны и сделаете ровно 30 шагов на север, вы увидите вот эту лестницу. Как в раю. Рай как в раю. Всему довольны. Все хорошо. Рай для покериста выглядит так. Ты выставляешься с туз 8, например. И один человек говорит, у меня в пасе туз 8. Другой говорит, у меня в пасе туз 8. А выставляешься против шестерок. А доску кладут такую 5-5-7-7. Все, победа. Рай для покериста выглядит примерно так, как вот у нас здесь в Bombay. Ну потому что здесь всегда игра. Хорошая игра. Поля наши одни из лучших в мире, вот я так скажу. Это, наверное, там, где много фишей. Побить это поле. Это занос в миллион долларов. Постоянно финальный стол в призах. Сидишь, играешь, куча денег заносишь. Для меня рай для покериста – это, наверное, больше кэша. Много-много фишек, много-много денег и миллион кубков в своей квартире.